узнали, ведем переговоры с министерством. Владимир Николаевич, а вот есть этот наказ по Бердску, вот по этой перемычке или так вот? По перемычке такого наказа нету, конкретно по перемычке, а по газификации наказа есть, конечно. Ну как? Сегодня только услышали. Перемычка как подводная лодка, она... Рыбак знал, он там работает. Откуда-то взялась и все. Я думаю, что по перемычке мы вопрос решим. Единственное, что вот эта болезненная тема для города Бердска, для каждого человека, что мы будем вынуждены, да, Оксана Васильевна, выводить охранную зону из зоны лесов, да, и перейти в другую зону со всеми вытекающими последствиями. Где будем брать площадь этих лесов взамен? Ну, это есть такая, такая задача. Есть такая задача, мы ее решим. Да, Санечка?